В этом уроке будем устанавливать счетчик посещаемости для вашего сайта. Мы сейчас находимся на моем сайте. Вот здесь вот внизу вы можете наблюдать счетчик. Он будет показывать, сколько человек зашло к вам на сайт, сколько было просмотрено страниц. По клику по счетчику сможете переходить в подробную статистику по своему сайту. Давайте приступим устанавливать это на свой сайт. Переходим на сайт lifeinternet.ru. Это сервис предоставления счетчика. Кликаем по кнопке, по ссылке вот по этой «Получить счетчик». Адрес сайта. Вбиваем адрес нашего сайта. Вы вбиваете адрес своего сайта. Если вам что-то непонятно, также здесь по клику, по вопросику можете прочитать. Синонимы я заполнять не буду. Название. Напишите название вашего сайта. Вписываем email. Пароль не обязательно. Ключевые слова можете написать вашего сайта. Статистику выбрать, общедоступно или только по паролю. Подписаться о новостях самого сервиса Life Internet. И участвовать в рейтингах, да? Если будете, то выбирайте MP3. Нажимаем дальше. Дальше меня не пускают. У меня возникла ошибка. Пароль здесь обязателен. Смотрим здесь, все ли мы заполнили, как нам нужно. Если что-то не так, можно нажать «Вернуться к редактированию» или нажать кнопку «Зарегистрировать». Получить HTML-код счетчика, кликаем. И здесь у нас есть выбор. По точке выбираем счетчик, который нам нравится. Или смотрим, выбираем другой дизайн. Вот такие есть дизайны. Также можно изменить цвет. Например, выбираем счетчик такой, кликаем прямо по нему. И вы можете выбрать тут какой-то оттенок. Я возьму вот такой серый. Спускаемся в самый низ и нажимаем кнопку «Получить HTML-код счетчика». Вот этот весь код, который нам предоставляет, нам нужно разместить на сайт. Давайте сначала попробуем, посмотрим, где его можно разместить. Один из простых способов. Идем внешний вид виджеты. Спускаемся в самый низ и ищем виджет текст. Тянем мышкой его. Например, сюда. И вот в это поле вставляем наш код. Выделяем полностью код. Нажимаем кнопку «Сохранить». Идем на сайт и проверяем. Наш счетчик встал вот здесь. Пока у нас все по нулям, потому что мы только установили счетчик. Значит, верхнее значение, верхняя цифра будет показывать, сколько просмотрели страниц за последние сутки. Средняя цифра, сколько зашло народу за прошедшие сутки. И самое нижнее будет показывать, сколько зашло народу сейчас. Давайте попробуем разместить счетчик внизу, как у меня на сайте. То есть вы сами выбираете, да? Можете сделать его здесь. Можете взять виджет. Например, открыть четвертую колонку, да? Мышкой перетянуть его виджет сюда. Обновляем страницу, давайте посмотрим. То есть можете сделать здесь счетчик, да? Видите, у нас уже цифры побежали. Я зашел, то есть, на сайт, он меня тоже отметил. Два просмотра показывает, да? Давайте попробуем счетчик разместить где-нибудь внизу. Так, если нам счетчик здесь не нужен, давайте текст вообще отсюда уберем, переносим сюда и отпускаем. Так, давайте еще раз скопируем наш код. Идем в внешний вид. И вот здесь нажимаем «Редактор». Справа убедитесь, что у вас вот здесь выбран шаблон Music Play. Ищите файл, называется подвал, footer.php, кликайте по подвал. Ползунком прокручивайте в самый низ. И видите вот этот вот код, в кавычках, да, body. После закрывающего тега body ставьте вот здесь вот, чтобы курсор мигал, и вставляете просто наш этот код. И нажимаете кнопку «Обновить файл». Идем на сайт и смотрим, что получилось. Код наш встал вот в самом низу.
Если хотите, чтобы он был внизу, как у меня по центру, то нужно дописать центр. Давайте сделаем это. Итак, чтобы вставить по центру, находясь же там же, в редакторе файл подвал, footer, да? Вот он наш код. Перед началом нашего самого кода на английской раскладке ставим вот такие две галочки. Внутри них прописываем вот такое слово центр, да, чтобы выглядело вот так. Копируем его вместе с галочками. И код наш заканчивается вот здесь, Live Internet. И потом идет стрелочка. Вставляем его здесь. И перед C ставим слэш 1, косую черту. То есть этот код как бы со чертой показывает, как бы закрывает. То есть мы как бы вставили начало вот кода центр, да, и закрывающий тег центр. Теперь наш весь код должен разместиться по центру. Нажимаем обновить файл. Обновляем наш сайт и смотрим. Наш код вот встал по центру. На этом урок закончен. Увидимся в следующем.